Всем привет! У нас завершается дизайн-конференция. Я хочу провести небольшую экскурсию, да, чтобы можно было понять. Все уже, конечно, устали. Можно сказать, конференция прошла очень успешно. Покажу, наверное, пока никого нет, спонсоров, партнеров наших замечательных. Покажу их стенды и, в общем-то, как все проходит. Так, ну начну, конечно же, с нас. Привет, Ксения! Привет. Да, у нас Ксения, замечательный наш менеджер, была спикером. Да. Рассказывала про тему, как искать сотрудников. Да, тебя не слышно, поэтому микрофон здесь. Вот, Ксения большой молодец, это она вам звонит, да, и общается. Вот, книга у нас также здесь. Также у нас есть клуб системных дизайнеров. Ну, вот так вот выглядит просто наш стенд. Ксению пока он не слышит. Похвалю, да, Ксения большой молодец, и здорово, что у нее получилось выступить. Это очень приятно, очень здорово. Ребята, добрый вечер. Здесь у нас, да, партнеры по диатрам. Можно будет подробнее посмотреть, что продают, что выставляется здесь с точки зрения плинтуса, различных материалов. Стенд компании Mr. Doors. Компания Mr. Doors – это не только перегородки и раздвижные шкафы купе, да, но и в том числе и уже они даже шторами занимаются. Вот такой вот интересный стенд посередине находится, но это еще не все. У них на втором этаже тоже имеется дополнительный блок, дополнительный стенд. Так, здесь представлены кожные изделия. Можно посмотреть. Мебель индивидуальная. Производство, но по индивидуальным изделиям с дуба, дерева, двери, панели. Тоже все здесь интересно, замечательно. Взяли интервью. Вот скоро можно будет увидеть также на канале. Натяжные потолки. Да, ребята, которые изменяют представление и стереотипы о натяжных потолках. На самом деле натяжные потолки – это не всегда пластик. В данном случае здесь очень такая приятная ткань. Активность дизайнеров тоже была здесь. Да, заключалась в том, что можно было взять мастерок, вот такой примерно, да, и попробовать, собственно, как монтируются натяжные потолки, поэкспериментировать. Вот у кого-то получались такие вот поделочки. Вот, поэтому давайте покажу вам профили, что на потолке. Все встраивается, различные светильники, полностью можно, практически не опуская потолок, вот даже выносные конструкции. Тоже очень неплохо. Главная тема – это то, что натяжные потолки можно и нужно использовать. Это уже не то, как было в 90-х, 2000-х, да, многоуровневое. А что можно вот даже в потолки встраивать и светильники, и вот в данном случае это шторы раздвижные, любые. Вентиляция, вопрос монтажа. Ну, монтажники, я так понимаю, у вас есть, да, если дизайнеры обращаются. Да, вот они могут все это дело обеспечить. Стенд по электрике дополнительно, да, что может быть вставлено. Вот такие у нас подготовленные партнеры. Это мне напоминает фильм «Назад в будущее», да, когда там агрегат переносят в 21, 22, 25 век. Здесь эти деревянные панели. Максим Вересов, у него свое производство. Я говорю завод, он говорит, что небольшое производство, но по факту вот эти вот столы и слэбы сделаны из дерева. Две технологии – это река, вот это вот, да, получается там внутри эпоксидка. Вот. И второе – это просто под лаком, под маслом различные варианты. Стоимость такой столешницы 25-30 тысяч рублей, что очень конкурентоспособная цена. Качество давайте посмотрим поближе, подойдем. Вот можно красиво вот так вот сделать. Супер эффект. Ага. Вот, в принципе, неплохие истории, даже вот как такие арт-объекты. Еще одна интересная вещь – это панели цельные. Очень, конечно, качественно, здорово смотрится, не сравнится с дешевыми речками, которые там современные интерьеры. Стоит такая штука тоже не очень дорого, там в районе, наверное, 150, может быть, 200 рублей. По-моему, даже вот Максим рассказывал, что около там 90 рублей, что 93 у них себестоимость обошлась. Что за как бы целиковое такое вот изделие, очень-очень неплохо. Вот как выглядит эта возможность с Labus, да, кстати, компания. Обращайтесь, Максим Вересов. С производством. Что еще? Интересно, когда вставляется именно сюда в паз, то есть можно сделать панели и дополнительно сюда вот вставить красивое такое дерево, красивые полочки. Он дизайн-конференция 2020, участник. А английская компания, вот интересные, значит, выключатели по разумной цене, там в районе 3000, ну и далее там от 5. 3 и далее 1000 можно посмотреть. Отдельное видео тоже у нас есть. Испанские ребята по электрике. А сколько такое стоит примерно? За метр или как это считается? Очень различно. Ну, примерно. От и до.
От и до. От 50 евро до 300 евро за метр примерно. От 50 до 300 евро за метр за интересные расцветки, за интересные... Это для штор. Можно использовать ткани. Очень такие интересные, классные, с качественным рисунком. Пошив совершенно разный. Можно даже вот такие вот штуки делать. То есть сейчас на видео, не знаю, видно или нет, но тут такой плотный очень. Ага, вот. И как сделано. Практически как пиджачок. Да, супер-супер классно. Так, значит, как с вами связаться, как запомнить, где? Швейная мастерская номер один. Логотипа не видно, но вот, да, можем визитку показать. Наши друзья-партнеры не первый раз на конференции, ну, значит, думаем, что не последний. Спасибо. Мы сейчас буквально поднимаемся по лестнице с Русланом Ганиевым. Да, да, да. Руслан стал делиться, да, о конференции. Ну, пойдем. Да, впечатлениями вообще... На стенд на ваш. А мы уже его немножко разбираем. А, но, ну ничего, да, в живом формате. Мы его все сняли. Чего остановился с вами? Как раз вот хочу поздравить вас с тем, что все-таки дизайн-конференция состоялась. Это спасибо. Была самая долгожданная дизайн-конференция. Вообще, мне очень прикольно, что она вот как раз между этими пандемиями, и вы ее сделали. Вообще, вы крутые. Спасибо. И я очень рад сотрудничеству с вами. Супер. Результаты есть, как у вас? Много да, дизайнеров у нас... в этом году? И есть, и на просчет уже отправляли, прямо в онлайн-режиме. На... А, сразу же на... Да, да, да. То есть живые. Живые клиенты, да, все здорово. Нам вообще. Ну, мы всегда рады с вами сотрудничать. Она, для спасибо, нас она да. всегда монетизируется. Да. Эта конференция, да. Поэтому, в принципе, рекомендуете. Да, рекомендую участвовать. Нам тоже очень приятно, да, что поддерживаете, потому что ну, только благодаря именно совокупности дизайнеров, их активности и партнеров это возможно. Да. То есть да. мы вот за это как раз. Спасибо. Да, компания AirLight. А стенд, ну, разбирается, но тем не менее, сейчас еще подсъемочку небольшую сделаем. Здесь Реган, здесь уже разбираем, уже финал, подводим итоги. Фадекс, много-много всего по ручкам. Здесь большой коллектив. Да, всем привет! Привет, ребята! Второй раз принимаем участие, второй раз благодарим Станислава и Светлану за такую возможность и мероприятие. На наш взгляд, мероприятие, несмотря на все, скажем так, сложности и проблемы, но прошло достаточно удачно и, скажем так, ну, эффективно. Угу. Дизайнеры есть, контакты есть, дизайнеры интерес есть? Дизайнеры есть, контакты есть, интерес есть. У нас есть интерес к дизайнерам, у дизайнеров есть Отлично. Интерес к нам. Поэтому я считаю, что и в дальнейшем мы также будем принимать участие спасибо. В столь значимом Все. Мероприятии для дизайнеров. Спасибо, рекомендуйте друзьям, знакомым. Спасибо, что вы с нами. Супер! И замечательный коллектив девушек, компания FADEX. О, отлично, отлично. Все, идем дальше. Так, компания AirLight. Здесь уже погасили все, но, в принципе, мы посмотрели. Здесь тоже вот Руслан Ганиев как раз был. Сейчас наши партнеры по осветительному оборудованию. Очень классно. Здесь все посчитают, все расскажут, покажут. Мистер Дорс. Да, привет. Тебя пока не слышно. Ты можешь взять. Да. У нас такой завершающий блок. Давайте, девушки. Давайте. Так. Вот так. Ну что, выступление. Поздравляю с отличным выступлением. Да, как у вас спасибо. Все хорошо? Да, все отлично. Впечатления просто настолько положительные, насколько можно представить это. Да? Как у вас дизайнеры подходили, интересовались? Конечно, да. Также принимали участие в нашей лотерее, скидывали туда свои контакты. Ого, поэтому... это у вас столько контактов. Да, где это лотерея? Столько контактов. Ничего себе. Да, да, вот да. Вот так-то. Что-то спрашивали, интересовались? Про счет, может быть, уже Конечно. Да? У нас, уже, собственно, для этого здесь и находились дизайнеры из салонов, поэтому... Дизайнеры салонов, да, обменивались контактами, уже отправили несколько проектов. Девчонки, как только выйдут с дизайн-конференции, сразу же займутся проектами дизайнеров. Я думаю, вы сейчас скажете, и денег уже заработаем. Конечно. Да? Да. Обалдеть. Ну вот, здорово. Все. Будете рекомендовать участие других спонсоров, поставщиков? Обязательно. Потому что для нас это очень важно. У нас вот такое событие, конечно, когда мы дизайнеров приглашаем, но без партнеров тоже это невозможно. Мы за то, чтобы были вот такие коллаборации. Да, спасибо. Спасибо вам большое за то, что дали нам возможность принять участие в вашем мероприятии. Оно на самом деле масштабное и неспроста уже оно 10-е. Да. Поэтому будем рады новым взаимодействиям и, собственно, будем ждать приглашения на 11-ю дизайн-конференцию. Спасибо, я надеюсь, да, да будет. О, да, Лисик, да, давай. О. Спасибо, все, удачи, удачи. Спасибо. Пока. Отлично. Так, девушки. Привет, привет, да, все у вас отлично, хорошо, мы финальное подводим. Привет, компания. Да? Привет, друг.
ну ничего, сказать, другой, мы уже, да, ну такой уже в лайв-режиме. А, все хорошо, у вас контакты у нас есть, собираете? Можно сюда? Мы очень довольны всем, все прошло позитивно, очень. Под завершение что можете сказать? Почаще хочется видеться. Почаще. Ну вот, через, наверное, полгода, да, постараемся что-то организовать. Спасибо еще большое. Дополнительно. Спасибо. Супер, удачных вам продаж, работы. Спасибо вам за участие. Спасибо большое. Так, ну вот, я уже проинтервьюировал. Вот, руководитель, да, местного мероприятия, тоже Станислав. Да. Давай вместе. Мы уже просто подзавершаем в таком лайв-режиме, в лайв-формате, да. Собственно, расскажи чуть про конференцию, то есть как тебе? Слушай, под конференция итог? Очень понравилась, много очень полезных контактов, очень качественных контактов. На самом деле очень радует то, что народ не побоялся перейти в пандемию и были очень активны. У нас смелые дизайнеры. Да, и были очень активные, креативные. Мы провели достаточно крутой конкурс, который сейчас переезжает в Инстаграм. И я думаю, продолжается что... движуха. Да, да. Отлично, да, отлично. Так что спасибо большое. Спасибо, да. Будете участвовать, рекомендовать другим друзьям. А куда мы денемся? Знакомым. Отлично, да. Спасибо, потому что это очень важно. Замечательная продукция. Ну, у нас отдельное видео большое есть, поэтому можно будет посмотреть. Спасибо. Да. Все, спасибо всем. До связи. Так, ребята, как у вас? Здравствуйте. Так, держите. Мы под завершение, да, спрашиваем, как чего. Да, мы можем с вами посидеть, давайте. Пообщаться. У нас как раз есть тема с вами для обсуждения. Давайте, всем вот привет. Сядем. Да, мы в завершение, да, подходим, расспрашиваем, как что, как у вас конференция, контакты есть, все хорошо. Да, контакты собрали, на самом деле, огромное количество контактов. О, да, вот здесь сюда говорите. Точно. Огромное количество контактов, очень этому признательны. Вы, опять же, наш будущий партнер. Мы уже, вот я тут приготовила. Уже отобрали что-то, да? Да, но мы же с вами договорились, да, это для что нашей мы студии. Делаем, да, для студии. Ребята, у нас студия, звук, ну, не звукозаписи, а наша, в общем, тема. Мы планируем сюда вот разместить черненькую, наверное, чтобы у нас звук был получше. Я как раз сегодня видео записывал, там слышно эхо. Вот я надеюсь, что с помощью жидкий обои, да, называется? Декоративные штукатурки. Да, все вот, верно. С помощью их решить все вопросы и проблемы. По акустике. Вот, посмотрим, как получится. Я думаю, договоримся о том, что можно сделать. Я надеюсь, в следующий раз, когда вы будете записываться в студии, уже покажете всем наши материалы и расскажете, что все работает отлично. Посмотрим, да, будем надеяться. Хорошо. Так, расскажите про дизайнеров. Вы набрали контакт, у вас был какой-то конкурс, да? У нас был конкурс, мы разыгрывали самый лучший подарок для... Я подсниму так. Да, вот здесь, собственно, все контакты, которые есть. Ага, очень много, много, да, отлично. Да, могу вот так и покрутить. И какие-то призы, красиво. Да, будут? У нас был робот-пылесос, который мы уже разыграли. Уже есть у нас победительница, которая счастливая обладательница самого лучшего, наверное, подарка для любой женщины, который сам включается, сам убирает и сам еще легко чистится. Решает все вопросы. Да. Хорошо. Да. Спасибо вам большое. Спасибо за участие. Ну, да, тогда новых встреч. Да, да. Да, после я сейчас отдохнем и будем продолжать сотрудничество. Конечно, спасибо. Все, спасибо. Рада видеть. Так, вот, собственно, что здесь представлено. Можно будет посмотреть тоже на отдельном видео. Мы снимали интервью, и там тоже все есть. Керамомарация. Замечательный тоже наш партнер, который выступали. Итальянская у нас была интеграция. Рассказывали о новых темах. Вот Милана здесь новая коллекция. И классическая тоже вторая коллекция. Так, привет. Все у вас хорошо? Все получается. Давайте, да, мы в завершении таком в лайв-формате пару, держите, пару. Вы в онлайне? Да, ну, мы не онлайн, мы как бы так для себя уже как блог записываем, да, что получается. Да. Расскажите, в неформальной такой уже обстановке, привет, да? Может, по-моему, другой стороны? Пардон. Как у вас, значит, с дизайнерами был интерес? Что по факту можете сказать, вот уже когда буквально все вот уже собираются даже? Вы знаете, нам удивительно, что дизайнеры сегодня и вчера узнали много нового о нашем бренде. То есть мы потихонечку разбиваем миф о том, что керамомарация – это только керамическая плитка. Друзья, это уже далеко не так. Керамомарация – это и сантехника, и керамический гранит, и даже обои. Поэтому ждем вас к нам в гости. Спасибо вам за поддержку. Отлично. Что вы были с нами. Контакты взяли, собрали, будете контакты работать. Контакты собрали, мы работали, довольны? Работаем и будем работать. Довольны участием? Очень довольны. Ну, спасибо супер. Организаторам за поддержку и вообще за организацию этого всего мероприятия. Будем приглашать вас снова. Поздравляем. Спасибо, что нас поддержали, потому что я уже неоднократно говорил, да, что дизайнеры, это очень важно, да, с поставщиками работать. И здорово, когда мы имеем возможность соединиться и делиться друг с другом правильной информацией. Да, спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Все, до связи. Да, до свидания. Счастливо. Спасибо. Счастливо. Попадаем за кулисья. Да, вы
в блок попали. Что мы дарим? Это мы дарим нашим спикерам. Отлично. Это у нас дизайн-конференция. Мне такой не подарили. Ну, потому что ты еще и не закончил свою. Не закончил, да? Да, мы завтра только закончим. Да, завтра вот. И подарю. Измученные, но довольные. Конечно, вот, слушайте, ну состоялось. Мы до последнего не верили. Я же таких отзывов взял у всех поставщиков. Да? Все довольны. Все довольны. Посмотришь на видео, да? Сейчас мы за кулисье уже так проведем, посмотрим. Так, за кулисье. Здесь у нас блок сейчас, VIP-блок. Нет, конечно, шучу. Это блок у нас экспертный. Здесь у нас такая вот рабочая атмосфера. За кулисья. Так. Андрей там все фоткает. Наш фотограф. Ну, так проходит у нас конференция. Остается уже сейчас буквально пару минут до последнего выступления. А последнее выступление у нас, конечно же, Сергей Тимофеев. Все хорошо? Да, все отлично. Все отлично. Рад присутствовать на конференции. Спасибо, что ты с нами. Всегда делишься полезной информацией. Сейчас мы будем... Сергей будет рассказывать важную тему. Да. Спасибо, кстати, большое, потому что консультирует меня по каким-то вопросам тоже. Всегда очень важно. Какие-то обновления. Ну... Что? 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 Все, сейчас идем на выступление. Я надеюсь, что слушатели наши там не протухли еще, да? Не-не, я только что снял, все отлично, там сидят, да. Тема-то будет сложная. Нормально, я думаю. Стараемся не загрузить. Хорошо, все отлично. Вон Света вышла на... Вот, да, выскочи так чуть-чуть. Ага, о, прикольно. Давай тебе, да, давай сейчас ставим, тебя тоже запишем. Давай. Задание. А задание можно тебе дам сначала? Вот, да, вот так. Давай, расскажи, как чего. У меня теперь на шею давит эта штука. Ну, она должна тогда. Быть так? Ну, убери шею. А можно чтобы... просто держать? Да, можно так просто держать. Раз-раз. Да, другой стороной. Вот так вот, Светлана, организатор. Какая классная штука. Наша конференция. Выйди чуть-чуть на свет. Вот, отлично. Давай чуть-чуть на свет. Отлично. Ну, что скажешь? Какие эмоции, впечатления? Слушайте, ребят, я вот на самом деле... Не тряси, держи вот так, держу. Профессионально. Профессионально держи. А как же рукой махать-то? Я хочу, вот если кто-то смотрит нас. Нас кто-нибудь смотрит? Да, да. Нас смотрит. Можно. Я хочу сказать большое спасибо всем тем, кто был живьем. Потому что у нас было очень много людей в онлайне, но мы их не видели, к сожалению. А те, кто пришел, кто не побоялся, кто поверил, кто поддерживал, кто общался, кто выставлял свои стенды, кто выступал. Ребят, вы сделали эту конференцию, и для нас она очень важна и цена, потому что... Потому что что? Потому что мы до последнего не верили. И мы сделали в очередной раз главное событие года в дизайне интерьеров. Даже такого непростого года. За это. Да, мы даже победили. Мы победили.